пролетела сушка, залет сделала. Чем стреляла, не знаю, с пулемета с какого-то. И вертолеты пытались заходить, но ехали. И вот несколько раз еще сушка заходила на удар. Сейчас там за мостом стоит танк. Направлено дуло сюда. Непонятно, почему он не уезжает. Дальше будет видно. Последнее. Это не мой ПТР, а был мой ПТР. Катюха я его называю. У него ножки обломались. Но мы ни один этот не оставили. Инструмент с чем-то будет. А утром где-то часов в 5 они продолбили, примерно часика-два крепко долбили.